Здравствуйте, дамы и господа. Снова с вами в студии программа «Совет директоров». Ее ведущий Андрей Филатов, Татьяна Сорокина. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Сергей Савонькин, операционный директор и директор по персоналу компании «Седьмой континент». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Мы сегодня поговорим с вами о том, что сегодня происходит на рынке продуктового ритейла. И мне также очень хочется от вас услышать, а чем же таким занят операционный директор, что входит в задачи операционного директора, и ну, какие проблемы вы решаете, или какие, может быть, видите перспективы. Ну и немножко, может быть, поговорим о том, что же можно сегодня в наше непростое время делать для того, чтобы бизнес наш рос, развивался успешно. Вот как-то так. Давайте тогда несколько слов про компанию. Ну, компания «Седьмой континент» она достаточно известна на московском рынке. Там одна из первых компаний, которая пришла на рынок города Москвы сетевой. Вот, сейчас, лет 20, наверное. Назад. Лет 20, да, назад. Соответственно, сейчас мы работаем в двух форматах. Это супермаркет, соответственно, «Седьмой континент» под вывеской и гипермаркеты «Наш». Также мы представлены не только в Москве, но и по всей территории России, начиная там южные территории, это Ростов-на-Дону, там северные, это Вологда, там Белгород, Красноярск и так далее. То есть достаточно обширная география. А вторая марка зачем была нужна? Она позже появилась, ну, насколько я просто как обыватель вспоминаю. Да, совершенно верно. Это такой другой сегмент, другая концепция? Это формат гипермаркета, и они работают под другим брендом. Соответственно, да, это другой сегмент и, соответственно, другой бренд. Угу. Так что же сейчас происходит с пищевым ритейлом, продуктовым ритейлом на рынке? И вообще, вот как вот эти разные форматы у вас сейчас себя чувствуют? Одинаково развиваются, одинаково страдают от кризиса или, может быть, по-разному? Ну, не хотелось бы использовать это слово «кризис», чтобы не программировать там Давайте нашу не будем аудиторию. Давайте тоже использовать слово «страдают», а то как-то… Хорошо. Ну, на самом деле, так скажу, что на сегодняшний день можно рассмотреть два фактора, которые влияют на продуктовый ритейл. Первый фактор – это очень жесткая конкуренция в этой сфере, потому что достаточно идет серьезная экспансия у больших игроков по территории России, на территории Москвы. Но это не новость, наверное. Это не новость. Но экспансия и прирост там площадей, она идет очень такими значительными темпами. Соответственно, уровень доходности ритейлеров, ну, он постепенно снижается. Ну, второй, зачем они это делают, извините? Ну, здесь, я думаю, они хотят завоевать долю рынка. Завоевав долю рынка, там, ты получаешь больше прибыли. Вот таким образом. Но, с другой стороны, у нас же там кредиты какие-то брать, их отдавать потом надо. Ну, кредиты дорогие сейчас. То есть получается, что дорогой билет на вход. Согласен, но я так понимаю, что до этого кредиты были не такие дорогие. Многие компании сделали IPO, то есть разместили свои акции там на биржах, получили значительные деньги, которые они и пустили в развитие. Многие компании развиваются из собственных средств. Я думаю, ритейл – это такой бизнес, как езда на велосипеде. Пока ты крутишь педали, пока ты увеличиваешь там торговые площади, ты развиваешься. Как только ты перестал крутить педали, рано или наоборот, поздно... Наоборот, потому что многое же, да? Конечно, конечно. Но, с другой стороны, смотрите, люди же не могут съесть больше, чем они могут съесть. Поэтому есть же какой-то предел вот этого насыщения, да, и... Совершенно верно. Предел насыщения, там емкость там, российского рынка, она ограничена. Но дело в том, что в России еще консолидация сетевой розницы не такая большая. Ну, по разным данным, там, она там, сетевой розницы там, ну, в районе 20%, и поэтому не сетевой розницы там порядка 80%. Ну и не все как-то географии они охвачены в достаточной мере, если там говорить о глубинке. Понятно, что Москва, Санкт-Петербург, там города-миллионники, там уже покрытие достаточно плотное. Там, если говорить о регионах, то нет. Но там все-таки маленькие какие-то магазинчики такого, ну, еще вот классического если маленького формата. Смотреть, как лучше развиваться в регионах, да, это маленьким форматом. Ну, если это действительно там маленькие там территории. Но вы, тем не менее, развиваетесь большим форматом, через большие гипермаркеты. Ну, так скажу, что у нас нет целей по развитию, вот наращивание торговых площадей. Мы работаем на тех площадях, которые у нас есть, и наша основная задача – это повышение операционной эффективности. То есть вы крутите педали в направлении эффективности. Совершенно верно. Так, вот здесь вот я чувствую, что операционный директор как раз занимается операционной эффективностью. Ну, расскажите поподробнее, вот все-таки тогда
Какие ваши функции? Ну, моя основная функция – это управление сетевой розницей. С точки зрения функционала, чтобы было понятно, мне подчиняются два директора по формату и региональные директора, которым подчиняются, соответственно, директора магазинов. Соответственно, если рассмотреть цепочку поставок, вот как продукт поступает там, от поставщика, как только он поступил там, в магазин, вот все, что с продуктом, там, ну, с товаром происходит, это вся моя зона ответственности, чтобы этот товар успешно продался потом покупателю. Вот за это я отвечаю в компании. А кто отвечает вот за переклейку этих упаковки с новыми датами? Такое... Мы не переклеиваем упаковки на новые даты. Понятно. Вообще, вот как вот борются за эффективность ритейлеры? Ну, я не беру плохих ритейлеров, которые вот переклеивают даты на чеках. А все-таки как повысить эффективность в ритейле? Чтобы повысить эффективность, но если рассмотреть, есть доход, который формируется из объема продаж, да, и твоей маржи, и есть расход, так называемый ОПЕКС. Соответственно, по эффективности работают в рамках сокращения ОПЕКСов, то есть затрат. Ну и самое, если так брать, ну, большая статья затрат, это, конечно, и расходы на персонал. Соответственно, в этом вопросе работают с оптимизацией, там, с объединением функций персонала. Другая затратная статья, ну, которая также сильно влияет на доходность бизнеса, это арендные ставки, которые также съедают там, ну, большую часть прибыли ритейла, с этим работают. Ну и, как сказать, один из самых важнейших вопросов там, в работе с эффективностью, это работа с цепочкой поставки, с логистикой. То есть это централизация поставок, это оптимизация товарных запасов. Соответственно, в магазине товарного запаса должно быть ровно столько, чтобы удовлетворить потребительский спрос, не больше и не меньше. А как вы вот это вот узнаете, что вот это вот ровно столько вам нужно? То есть, ну, это какая-то статистика, это у вас специалисты, какие-то эксперты, которые 300 лет занимаются ритейлом, ну, или какие-то инструменты применяете? Ну, на самом деле, ну, разные ритейлеры работают по-разному, но один из способов там, это установка там, программы централизованного заказа, когда сам компьютер, да, там, рассчитывает оптимальный запас и, соответственно, уже делается заказ, исходя из этого запаса. У нас нечто сдвоенное, у нас есть прогнозирование продаж, ну и, соответственно, финальное решение все-таки за заказом все-таки остается за человеком. Почему это так? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, или, я не знаю, к счастью, ну, ни одна программа не может на 100% спрогнозировать там колебания потребительского спроса. Ну, как могу для примера сказать, тот же Walmart, там, вот та программа, которая занимается автозаказом, она учитывает там колебания и погодных условий, там и различные промо-акции, которые проходят и так далее, тому подобное. Но западные рынки – это рынки достаточно устоявшиеся, когда доли между крупными игроками поделены, и, в принципе, спрос там достаточно легко прогнозировать. Если брать там Россию, да, в частности, там рынок Москвы, где у нас, ну, 80% бизнеса находится, как я уже сказал, ну, первый фактор, который сейчас определяет ритейл – это высокая конкуренция. Соответственно… То есть покупатель нестабильный, нелояльный, он сегодня в одно место, завтра в другое? Вы знаете, если какой-то ритейл запускает акцию по какому-то там молоку по сумасшедшей низкой цене, понятно, что там какая-то часть твоего потребителя уходит к этому ритейлеру, и, соответственно, у тебя то молоко, которое ты заказал под повседневный спрос, уже не продалось в том объеме. Ну, как пример. Ну, да. И что вы делаете в таком случае? Выливаете или все-таки какие-то акции делаете? В данном случае я говорил о молоке, которое там имеет там сроки годности достаточно большие, там 6 месяцев и так далее. Обычно все промо-акции, которые строятся ритейлером, ну, ритейлеры тоже не рискуют, они идут с долгоиграющими продуктами. Конечно, можно там сделать промо-акцию там с продуктом, у которого срок годности 3 дня, но это большие потери как для этого ритейлера будут. Потому что я так могу сказать, что если ты ставишь очень интересную цену на какой-то продукт, то его продажи могут увеличиться в 300 раз по сравнению с обычными продажами. И вот во сколько они увеличатся, в 300 раз или в 100 раз, ну, спрогнозировать без какой-то там базы по этому продукту достаточно сложно. Поэтому короткоиграющие продукты обычно не участвуют в таких акциях. Поэтому проблема у нас, когда вот другой ритейлер запускает акцию, вот по сроку годности не возникает. Слушайте, а мне вот интересно, вот у вас есть, допустим, какой-то продукт, не знаю, 3 дня срок годности, и вам его каждый день привозят. Вот у вас есть продукт, у него 2 дня уже прошло, остался 1 день. И тут привезли еще 3-дневный. Они у вас одинаково будут продаваться? Или вы вот сделаете, что вот на этой полке вот этот будет дешевле, а эти будут чуть дороже, чтобы
однодневную шоу. Вы знаете, на самом деле тут вопрос в точном прогнозировании, в точном заказе. Это все-таки вот ответственность там, нашего прогнозирования. Мы стараемся так, чтобы у нас там уже короткий подходящий срок годности продукта не было. Можно, конечно, проводить промо-акции на продукты уже с подходящим сроком годности. Но на самом деле мы этого не делаем, потому что считаем это неэффективным. И с точки зрения там, позиционирования бренда, это бы не понравилось бы и товаропроизводителям, потому что они сказали, почему наш бренд там, в моменте вот с таким сроком продается по одной цене, а там, с коротким по другой. Ну, в общем, не наша история на сегодняшний день. Как мне кажется, это тоже вопрос эффективности. Mm-hmm. И кроме того, вот еще и представляете себя человека, который руководит вопросами, связанными с персоналом. И, наверное, понятно, что у вас персонала много, и вы сами говорите, что это одна из основных статей. Вот как вы с персоналом себя чувствуете с точки зрения воспитания, образования, какой-то обратной связи от них, возможно, они себя как чувствуют, какой-то корпоративной есть? Культуры, найма, вот всех вот этих вот вопросов. Ну, так скажу, что с точки зрения управления персоналом мы действуем по самым передовым там, западным стандартам. Там, у нас в компании там, есть и модель компетенции, и там, система грейдов в операционном бизнесе. Мы на позиции, там, начиная от директора магазина, там, набираем персонал через ассессмент-центры и так далее. Да, мы со всеми аспектами работаем, то есть HR внутри нашей компании не отличается от HR там, любой другой компании. Но с персоналом действительно мы с точки зрения вопросов персонала у нас они стоят очень остро, потому что если брать такие позиции, как линейный персонал, продавцы, кассиры, у них не такой большой доход, да, если сравнивать с другими позициями. И с этим персоналом с точки зрения подбора, удержания работать достаточно сложно. Но я так скажу, что если ты создаешь нормальную корпоративную культуру, где во главе угла там, ставишь там, справедливые отношения, там, то, что, например, лежит у нас там, в бренде работодателя, то, в принципе, все случается нормально. Ну, вы удовлетворены вот, там, текучкой какой-то стабильностью? Я так скажу, что... Она как-то поменялась в последнее время? Люди больше дорожат рабочим местом, может быть? Что... Отвечу, тут два ответа будет. Первый момент. Еще где-то года два назад мы изменили вообще всю систему подбора персонала в нашу компанию. Мы разработали бренд работодателя, там, разработали сущность бренда, мускулы бренда. Мы рассмотрели все каналы коммуникации, которые доступны для взаимодействия с целевым нашим, как сказать, аудиторией. И, соответственно, мы сделали так, что у нас поток входящих звонков, или там людей, которые приходят на собеседование, он вырос там в 2-3 раза. Соответственно, решив вопрос вот так вот маркетингово с притоком персонала, мы смогли из этого потока отбирать правильных людей. Потому что зачастую до этого проходило, что набирался персонал, исходя из того, что надо дырку закрыть. А кто пришел, тот пришел. А этот человек не имеет мотивации, поэтому человеку будет более высокая текучесть там, и так далее, и так далее. Решив вопрос с притоком персонала, мы решили вопрос и с качеством, текучестью, и все остальные. Поэтому первая часть вопроса – это так. Второй вопрос – да, сейчас в связи с тем словом, которое мы решили не упоминать, есть больший приток персонала, да. Сергей, давайте сделаем небольшую паузу. Дамы и господа, мы к вам скоро вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь. И снова здравствуйте, дамы и господа. С вами программа «Совет директоров», ее ведущий Андрей Филатов и Татьяна Сорокина. Напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Савонькин, операционный директор и директор по персоналу компании «Седьмой континент». Сергей, давайте продолжим говорить про эффективность в бизнесе. И я хотел спросить, вы централизовываете вот такие свои наиболее затратные функции, там, бухгалтерию какие-то? Вы к этим вопросам подходите? Совершенно верно. Бухгалтерия является одной из такой затратной функции. Если брать нашу систему налогообложения, у нас получается, что на одну и ту же операцию приходится иметь двух бухгалтеров, сравнить с западной системой. Поэтому, да, это одна из затратных функций. Мы еще где-то 1,5-2 года назад эту функцию централизовали. То есть весь документооборот, который идет от поставщиков, у нас проходит через компанию Xerox. Соответственно, вся документация обрабатывается,
если нам уже поступают в готовом виде. Мы задумываемся и на централизацию других функций. Вот, ну, буквально там год назад мы централизовали систему подбора персонала. Да? Раньше у нас она имела региональный принцип. Сейчас у нас весь подбор, в том числе и линейного персонала, идет централизованно через офис. А вот интересно, региональные особенности какие-то есть в подборе персонала? Безусловно. Или это, в принципе, достаточно унифицированные параметры, по которым подбирать? Региональные особенности есть. Сложнее всего персонал набирать в Москве и в Московской области, в регионах набирать легче. То есть, как бы, ну, дефицит кадров именно внутри Москвы он более всего ощутим. Сейчас, конечно, ситуация меняется. А вот доходность ваша в регионах и в Москве там отличается? То есть где удается больше денег зарабатывать? Ну, на самом деле так, в принципе, у нас уровень доходности плюс-минус он одинаков, там не определяется регионами, он больше зависит от формата, там условно одна доходность там у гипермаркетов, другая там у супермаркетов. Но так как мы работаем форматом гипермаркетов в основном в регионах, поэтому так скажу, что там именно доходность получается меньше. Потому что, ну, сам формат гипермаркет подразумевает более там низкие цены, там, в отличие от супермаркета. А вот про доходность. Тут сейчас в последнее время часто выходят всякие публикации, иногда даже скандальные, что ритейлеры наживаются на бедных пенсионерах, людях, клиентах, и выкручивают руки поставщикам, которые не могут себе позволить, находятся на грани выживания. Вот такие злые ритейлеры зарабатывают колоссальные прибыли. Я так понимаю, что это не совсем так, наверное, да? Можете рассказать? Я так скажу, что, наверное, мы работаем по законам рыночной экономики, наверное, там с 91 года. Если какой-то бизнес был сверхприбыльный, в этом бы бизнесе появилось бы очень-очень много игроков. А так как количество игроков там в области... И он перестал бы быть сверхприбыльным. Перестал бы быть сверхприбыльным. Так как уже количество игроков там, оно ограниченное, и новые игроки, которые приходят, вот есть кейсы, которые заходят, да, в бизнес ритейла, они разоряются, это говорит о том, что это уже не сверхприбыльный бизнес. Ну, а если, ну, говорить на уровне цифр, если посмотреть ФСОшную отчетность там ритейлеров, да, и некоторых компаний-производителей, мы что увидим? Та маржа, которую зарабатывает ритейл, она находится в районе там 8-10%. Да, там наценка, вот купил ли товар там у производителя, там она имеет большую цифру, но необходимо... Сколько расходов необходимо еще? Да, заплатить зарплату персонала. Там зарплата персонала от товарооборота колеблется в различных ритейлерах по-разному, там от 5-8%. Необходимо заплатить арендную ставку. Вы представляете, как, ну, дорого стоит там аренда. Надо потратить деньги на издержки. То есть товар, понятно, что... А пакетики вы бесплатно раздаете или нет, продаете? Мы продаем. Соответственно, как я уже сказал, цифра получается в районе 8-10%. Если посмотреть отчетность по МФСО компаний-производителей, то у них есть компании, да, в районе там 25-30%. И вот спрашивается, кто больше зарабатывает, компания-производитель либо ритейл. А что вы делаете? Вот вы посмотрели, вот ваш поставщик зарабатывает 30%. Вы ему руки-то выкручиваете как-то? Ну, говорите? Ведут переговорный процесс. Я вот про это и спрашиваю. Руки, да? Мы не можем выкручивать, потому что, ну, условно, там рыночная экономика. Он товар может сдать конкурентом. Да, сможет стать конкурентом. Да, все регулируется рынком, да, совершенно верно. Скажите, а вот покупательский профиль, он как-то вами исследуется? Или это, в принципе, достаточно такой унифицированный, стандартный покупатель, который примерно одинаковые корзинки покупает, и, в общем, здесь особо исследовать, может, ничего и не надо? Я думаю, что успешность там любого ритейлера строится на понимании своего покупателя. Безусловно, мы своего покупателя исследуем, но если так брать там классику ритейла, там, если говорить Walmart, там рассматривают до 300 там покупательских сегментов. Мы, конечно, столько не выделяем, у нас сегментов меньше, но я так скажу, что да, мы исследуем покупателя, и мы разрабатываем наше value proposition, наше ценовое предложение, ассортиментной матрицы на основе понимания нашего покупателя. Соответственно, если... А как вы с ним контактируете? То есть ждете, вот, да, пока он придет и на ценник посмотрит, или вы какие-то имеете все-таки маркетинговые активности, которые его заманивают? Или какие-то программы лояльности, я не знаю, что-то? У нас есть программа лояльности, которую мы запустили в компании год назад,
и она имеет достаточно очень там серьезные показатели на сегодняшний день. Я сейчас не готов озвучивать цифры, ну, из соображений конфиденциальности, но мы уже обогнали, уже других ритейлеров с точки зрения наличия карт лояльности там у наших покупателей, с точки зрения количества транзакций, то есть процент покупки по карте лояльности и без карты лояльности. И, соответственно, ну, когда мы перевели покупки на карту лояльности, мы потребителя там знаем условно его предпочтения, его там базовые наборы там, и так далее и тому подобное. А как вы вот это вот знаете? Вот вы делаете аналитику. Прокатывает. Ну, прокатывает, да. А дальше что вы с этим делаете? То есть чек его понятен. Чек понятен, номер карты понятен. А кроме тех продуктов, которые у нас покупают. Вы эти карты еще, может быть, с кем-нибудь, нет? Не интегрируете? Нет, мы не интегрируем. Как мы понимаем, есть, соответственно, программы, которые формируют некий, там, некую сегментацию вот этих покупок и могут формировать некое предложение для конкретного там, покупателя, история на, основываясь на истории покупок. Но я так скажу, мы уже... Вот этот все время покупает только коньяк. И, ну, если, давайте так, я могу смешную, наверное, это не ребенок. Смешную историю рассказать вот в области этих исследований. Там, в Америке, не знаю, как давно случился такой случай, когда отец подал в суд на одну из компаний, на ритейлера, за то, что его дочери предложили памперсы в качестве дополнительной покупки. Соответственно, программа начала анализировать ее покупки, она там покупала там, крема определенные и так далее, и так далее, и она сделала выводы, что это профиль там, беременной женщины. И на тот момент отец даже не знал, что это его дочка беременна, и она не знала. Но программа уже это определила. Конечно, это высший пилотаж, но... Это но тем не менее, почему? Тем на самом деле, да. Действительно, это может быть очень актуально для папы. Если... Вовремя узнать. Да, вовремя узнать. На основе покупок, да. На основе покупок. Так, ну вот мы поговорили, соответственно, вот этот помогает вам повышать эффективность с точки зрения привлечения клиентов, увеличения товарооборота. А какие еще есть места, где можно повысить эффективность? То есть вот ритейл, в принципе, ведь вы же ритейлеры, вы же очень такие цепкие. Продвинутые, цепкие. Вы вот уже много лет оттачиваете, полируете вот эти свои процессы, достигаете эффективность. Вот что еще можно сделать для этой эффективности? Ну, я так скажу, как бы... Площадями эффективно управлять. Совершенно верно, да. Управлять эффективно площадями, это как один из вопросов. А вы владеете площадями или вы арендуете? Как вы... Мы владеем площадями. Владеете, да. И... Все владеете или комбинация? Сейчас в основном, наверное, уже все владеем. Вот эти темы субаренда, там еще привлечь, подешевле. Совершенно верно. У нас как один из проектов, который там внутри компании стартовал месяцев 9 назад, это ЭТП, так называемая эффективная торговая площадь, когда мы рассмотрели все наши магазины, опять же таки провели кластеризацию, для себя сделали выводы, вот какая площадь магазина наиболее эффективна там, с точки зрения выручки с квадратного метра, там, прибыли с квадратного метра, и мы там определили магазины, часть площадей которых мы предложили сдать под аренду, и мы там сдаем аптека. Условно аптека, да, это идет эффект синергии, за счет того, что формируется дополнительный поток доход. Покупателей, ну и в том числе и доход. Да. Но я так скажу, что все-таки ритейл-бизнес, это все-таки, конечно, это о затратах и об эффективности, но это все-таки о продажах, это увеличение оборот. Продаж, это увеличение оборота, да, если у тебя нет оборота, то и... Как ни борись с эффективными затратами, да, совершенно верно. Толку не будет. А вот здесь есть ли какая-то вещь, которая может со стороны государства или регуляторов, да, у нас же ритейл очень зарегулирован, там вот этих форм отчетности какое-то немыслимое количество. Может ли регулятор сделать так, чтобы без потери контроля или, может быть, управляемости рынком все-таки повысить его эффективность, снизить накладные расходы, чтобы ценник, допустим, опустился? Вот есть что-то такое? Ну, вы знаете, я так скажу, что глобально я не думаю, что вот какие-то меры там со стороны регулятора, они там влияют на ценник. С точки зрения там отчетности там и так далее, то, что делается, оно делается для всех, и все находятся в равных условиях. Если никому-то не даются какие-то определенные преференции, то это абсолютно нормальная вещь. И я не думаю, что глобально там что-то надо сейчас хорошо, менять. Ну, хорошо, я такое предположение. Если бы, допустим, отошли полностью от использования бумаг. Вот ни накладных, ни счетов, ничего не надо. Даже чеки печатать не надо. Угу. Все в электронном виде, все, пожалуйста, хранится, все проверяется, все в цифровом виде. Никаких... Это снизит накладные расходы для всего рынка. Да? И, наверное, может и привлечь... И снизит ценник для всех покупателей. И ценник для всех покупателей. Знаете, вот мы пойдем, а уже коньяк...
на 100 рублей подешевле. Приятно. Вы знаете, в этом направлении государство движется, и вот мы внутри компании там уже вводим там электронный документооборот там, с компаниями, чтобы сократить документы оборот. Но поверьте мне, что вот, вот эти вот затраты с точки зрения там, эффекта, состава затрат, это надо делать, но это, как сказать, не спасет там отца мировой революции. Сергей, ну вот спасибо, очень у нас интересный такой продуктивный разговор получился, столько много тем успели затронуть. Какой бы вы совет дали своим коллегам по цеху, с точки зрения, как вот наше время, на что обращать внимание, чем заниматься, как вот это... кроме того, что они должны позакрываться побыстрее, чтобы вы остались одни на рынке. Да. Закрываться, наверное, я не дал бы. Не, без конкуренции нельзя. Это неинтересно. Неспортивно. Я думаю, такой совет будет не короткий, а такой немножко длинный получится. Я так скажу, что в своей работе нельзя применять абсолютный бенчмаркинг. Но я уже сейчас вижу там, на рынке там, российского ритейла, когда идет там, слепое копирование там, лидера рынка, но надо понимать, что копируя лидера рынка, вы можете потерять тех покупателей, которые у вас есть на сегодняшний день. И не факт, что вы получите покупателей от лидера рынка. И там, перекупая там, топ-менеджеров у компании там, лидера рынка, это не означает, что вы купили там, создателей там, идеологии. Это просто люди, которые там, исполняли стандарты. Я думаю, для того, чтобы быть успешным там, в любом бизнесе, в том числе и в ритейле, надо исследовать свои сильные стороны, слабые стороны и решить математическое уравнение по максимализации там, прибыли. Спасибо, Сергей. Дамы и господа, с вами была программа «Совет директоров». У нас в гостях был Сергей Савонькин, и вели ее Татьяна Сорокина и Андрей Филатов. Всего доброго, до скорых встреч.